Здравствуйте, мальчики. Привет. Здравствуйте. Можно вам задать несколько вопросов? Да, я думаю. Хорошо. Задавайте. Ну вот такой вопрос. Любите ли вы рыбу ловить и есть? Одновременно? Ну как-нибудь. Есть, пить и ловить, тогда да. Ловить рыбу хорошо. Я с детства люблю ловить рыбу. У меня на этот счет даже есть небольшая история. Меня родители все время отправляли летом в пионерский лагерь в Феодосию. И вот как-то один раз они меня отправили, а их отослали куда-то в командировки. И пришлось мне, короче, был я в третьем классе, и пришлось мне приехать домой, а дома-то никого нету. И ключа у меня нету. Охерел я тогда, расстроился. Стою такой возле двери с чемоданчиком желтым. В сандаликах. А дома-то никого и нету. А самое главное, у меня уже начали сомнения, когда всех детей встретили родители, когда приехал автобус из пионерского лагеря. А меня никто не встретил. Ну ладно, что, я парень самостоятельный, до дома-то дошел, а дома-то и нет никого. А тут соседка, короче, с нижнего этажа, тетя Люба, такая резко по лестничной клетке поднимается и говорит мне такая: а ты там туда не стучись и не звони. Твоих родителей в командировку отправили. А меня, они, говорит, попросили тебя тут приютить, пока они не приедут. Я такой в шоке, думаю, ну ладно, хоть так-то хоть. А у нее был сын, он был у меня старше года на 4, был рыбак дикий. И вот пока мои родители были в командировке, он мне все время таскал с собой на рыбалке. Сначала мне не нравилось там, ну типа, блин, вставать рано, куда-то там ломиться. Но это было каждый раз, это какое-то приключение для меня. Естественно, ловили мы рыбу не в городе, а вообще на каких-то озерах там бешеных, на которых надо было на великах добираться, на каких-то автобусах, на перекладных. Да, и тогда я поймал свою первую рыбу. Рыбу он мне ловить не доверял, как бы. Ну, удочка у меня была, но обычно там, пока научишься червяка, я по полдня червяка учился насаживать. То путается она вся в кустах, там мы по кустам по каким-то лазили все время. А тут один раз он мне доверил последить, короче, за поплавками, там за своими удочками, он ловил на 3 удочки. Я смотрю уже, короче, поплавок утягивается под воду, я ему кричу: Эдик, 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 а он не слышит. Ну тут что делать-то, блин? Тянуть надо. Я эту удочку потянул, а там такая плотвичка зашибательская такая. Я так был рад, как заорал такой: я рыбу поймал! Я рыбу поймал! Ну, представь, я был маленький еще тогда, ну как маленький, в третьем классе. А там мужики какие-то рядом на мосту тоже рыбу ловили, смотрят на меня, так как начали угорать такие: ля-ля-ля, чувак, первую рыбу, видать, поймал. Я такой: я рыбу поймал! Вообще орал там дико. Ну вот как-то так у меня рыбалка и началась. Потом она мне очень вообще понравилась. И я всю дорогу пропадал на всяких озерах. Ну что в городе делать, что там интересного? Лучше на рыбалку пойти. Рыбалка — это приключение было целое. Как-то так. По-моему, это спокойствие, когда сидишь, общаешься. Когда ты в третьем классе, в четвертом и в пятом. Там даже так, да. Там сидеть некогда, там хочется. Я помню на свою первую настоящую рыбалку, где поймал рыбу, я наловил очень много грибов. Насобирал. То есть ты грибник. Я люблю собирать грибы, но я их плохо различаю. Только мухоморы и подберезовики.